я тут здесь постарше. Чем? Здесь, чем ты. Почему? А, ну да, мне 19, тебе 22. Конечно, постарше. Встретились во время прогулки с друзьями, вспоминают супруги Ревуновы. Это была любовь с первого взгляда. Завязался разговор, проводили их до дома, попросили воды попить. Вынесли воды попить нам. И после я на нее посмотрел. Домой прихожу, матери говорю, все, нашел свою пристань. О том, что поженятся, знали сразу. Уже через несколько месяцев пара узаконила свои отношения. Трое детей и пятеро внуков. Вот плоды настоящей любви. Супруги уверены, любовь – основа прочных отношений. Сначала это любовь. Это надо, вот, надо друг друга любить. Если это любить не будешь, просто поженились там как-то, да, то ну, это будет все уже наперекосяк как-то, вот, да? Ну да. Вот. Ну да, прислушиваться и уважать друг друга, считать с ее мнением, с его там и хобби, и работой. В моменты ссор и разногласий важно суметь сохранить уважение. Для этого нужно идти на уступки. И терпеть, и терпимо. Где-то надо просто закрыть рот, набрать водички в рот и помолчать. Ну, как бы, может, оно не всегда получается. Но надо, я это советую молодым. Каждый день Геннадий Георгиевич начинает с комплиментов жене. Уверен, необходимо постоянно проявлять любовь, заботу, выражать восхищение. Поздравить супругов с золотой годовщиной свадьбы приехала председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова. Вы являетесь образцом. Образцом хорошей, доброй семьи. Любви, согласия и доброты. Поэтому вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Это вот Андрей Рубинович вам передал. Побеседовали в теплом кругу, вспомнили молодость и посмотрели старые фотографии. Татьяна Викторовна отметила, что глава округа Андрей Иванов очень ценит такие семьи, считая, что поддерживать институт семьи очень важно. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».